долгое время. Я снова что-то Только что был у мамы, привез ей чемодан, она решила внезапно для всех уехать на отдых на несколько дней. Вот, и почему-то уезжают все, кроме меня. Ну ладно. Вот, еще у меня теперь новая забота — смотреть за ее кошкой 2 раза в день. Самое интересное в этой всей ситуации то, что я заходил в эпицентр за сушилкой, не за цветом. Ребят, сейчас еще нетрудно догадаться, что я себе сбил режим сна. А снова я лег в 6 часов утра. А вот, обычно ложусь в 2-3 часа ночи. Но я понимаю, что сегодня я тоже не буду спать до 7 как минимум, потому что у Ariana Grande выходит новый трек. Вот, и сейчас я иду умываться, мыться. Я обожаю эту рутину. Серьезно, я так люблю чувствовать себя чистым. И дело не в том, что я вечно грязный. Блядь, только что себя обосрал, дебин. Ну, в общем, вы поняли, я люблю просто... ничего не люблю, я люблю поесть, еще поспать, блядь, чтобы на меня не дул кондиционер, и вообще, чтобы на меня не дышали. Привет, меня зовут Никита, и я